Доброго времени суток всем подписчикам нашего сообщества VC3 Best Replay. С вами Банивур. И сегодня пришло время подвести итоги розыгрыша, который мы объявляли в нашей группе. Вот он на ваших экранах. Тот самый пост, который вам необходимо было репостнуть для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Обязательно необходимо быть участником нашего сообщества. Обратите на это, пожалуйста, внимание. В розыгрыше у нас либо комплект из двух игр Reign of Chaos и Frozen Throne с ключами за 1000 рублей, либо 500 рублей деньгами на выбор зрителя, если, например, у него эти игры официальные, лицензионные уже имеются. Ну что ж, проведем розыгрыш при помощи вот такой прекрасной программы, которая называется «Конкурс ВК». Мы, как вы заметили, уже ввели в верхней строчке линк на новость. Ну и осталось только нажать кнопку «Выбрать», и программа автоматически в случайном порядке подберет нам победителя среди репостнувших эту новость. Далее не вижу смысла тянуть слона за хобот, поэтому приступаем. Раз, два, три. Программа тщательно думает. И победителем у нас становится состоящий в группе, как отмечено сразу в уведомлении, Иван Благодатен. Иван Благодатен, ссылка на твою страницу ВКонтакте у нас есть. Я обязательно, ну, во-первых, я тебя поздравляю. Теперь у тебя либо 500 рублей, либо две игры лицензионных Warcraft. Ну и мы, соответственно, передадим тебе их уже в персональном порядке. Друзья, нам очень лестно, что вы все состоите в нашем сообществе, что вы следите за его новостями, что вы смотрите записи Best Replay'ов. И мы, конечно же, будем продолжать эту деятельность специально для вас. Впереди будут новые розыгрыши. Ну а Ивана мы еще раз поздравляем. На этом все. Я отправляюсь записывать свежую серию выпусков Best Replay'ов. С вами был Банивур. Пока.